чистый трафик, чтобы он был положительный, чтобы они реально захотели меня зафоловить, лайкали меня, чтобы все было очень здорово и замечательно. И тут вступил Саша. Я предложил, поскольку, ну, Рому все знают, все видели. Ой, простите, отойду от колонки. Да, было решено попросить тех из вас, у кого есть Инстаграм, подписаться на Рому и заодно на Толю. Ну, потому что Толя, он как бы начинающий блогер, и ему обычно помогают, потому что у него нету пальцев. И сегодня Рома выступал как человек, печатная машинка, публикуя Инстаграм-сообщения от Толи. Что здесь происходит, Крылов? Мы договорились... Как тебя зовут? Мы договорились с Юлей, что она подпишется на Инстаграм лакшери-блогера Толи Магадана и Ромы. И меня. Ну, мне нужны подписчики, конечно же. И мы подходили к вам и просили подписаться. Мы знакомились, представлялись, как нас зовут, и ответ был 100%. Мы подумали, ну, может быть, вы нас видели, знаете, из какого-то там, из уважения вы подписываетесь. И мы пошли на улицу. А Саша, я Рома. Да. У вас есть Инстаграм? Это Рома, он недавно в Инстаграме, у него мало друзей. А это Толя. Он плюшевый медведь, и он тоже идет в свой Инстаграм. Вы не могли бы подписаться на Рому и на Толю? Посмотрите, если не понравится, отпишитесь потом. Да. Можете сделать? Сделайте, пожалуйста, вот направили. Спасибо, спасибо большое. Каждый, у кого есть Инстаграм, не отказывает нам в том, чтобы подписаться. И при этом мы не платим никаких денег, не предлагаем бонусов. Единственное, что мы обещаем, что сделаем, это то, что Рома подпишется взаимно. Давайте еще спросим людей, есть ли у них Инстаграм и готовы ли они подписаться. Мы подходили к абсолютно незнакомым людям. Мы представлялись, как нас зовут, и просто просили подписаться на два Инстаграма. Инстаграм плюшевого медведя и вполне себе даже мясного Рома. Я это готов. Рома Форест. Рома Форест, да я. Запомнил. Спасибо большое. Спасибо. Все круто. Мне кажется, у нас все получается. И я думаю, что в ближайшее время будет плюс 100 бесплатных подписчиков. Все те, с кем мы знакомились лично, ответили нам взаимностью. И Рома тоже им ответил взаимностью, он большой молодец в этом плане. Друзей не обязательно искать в онлайне. Не обязательно платить им за то, чтобы они стали вашими друзьями. Друзей можно найти бесплатно. Надо просто подойти к человеку, познакомиться, объяснить, что вы хотите, и сделать это. И, как показала практика, при личном знакомстве вы получаете 100% взаимного ответа. 1 час времени в день, и через месяц у вас 1000 фолловеров. С нуля. Берем с Ромой слово, через месяц проверим его Инстаграм. Спасибо большое.